Что это у вас за такое? Это musicians, artists. Как? Я курсант. Ага. Военное высшее учебное заведение. А, ну, да. There's a lot of drunks here. Вот такая хуйня, брат. Музыка дьявола, вот. Сегодня в Питере надо пить. Сбашьте что-нибудь. Без высоты не могу я. Yo, just chilling here, Nevsky. People just jamming around behind me and been actually drinking a beer and just checking men out, and they jam good. So just an everyday life in Russia now in St. Petersburg. Check it out. Клёвая музыка просто. Спасибо. Это все джаминг, да? Это ну, просто да, кайфуете. Просто встретились на улице, решили поджамить. Вот, самое лучшее. Без этих батареек там. Ну, ага. Никакого ненависти просто. Да, супер. Блюзовые. So just jamming around and, you know, having fun. Decided not to... Didn't plan it and anything, just came here to jam and I said that's the best music in blues. That's great, you know. We're gonna give them a tip a little bit later when they're gonna jam. In a while, I'm sure. So here's a motorcycle dude. City on Neva, that's St. Pete. So Old Nevsky continues there, and the what's that? Alexander Nevsky Lavra main monastery, one of the big monasteries, is at the end of it. What I love about St. Petersburg is the city atmosphere. It's full of life, you know, there's musicians, artists, architecture, certain something I cannot explain by words. That's the just the atmosphere, the spirit of the city spirit. And that's why I enjoy the most actually just being right now here. I just had a little beer. Just chilling, and I feel great. I don't need, even though I film a lot of, you know, sites, tourist sites. You know, it's well, that's cool. But the best St. Petersburg is here. Even more quiet streets. Maybe next to what's that? Canal and that type of stuff. Get back to music. There's a lot of drunks here. Wasn't happy with something, but F him. On the left side is the... If we turn left, we're gonna see Площадь Восстания. That's the huge square, well, traffic square, traffic circle. And here is just a middle street. Basically, shouldn't be for cars, but this is Russia. People just park wherever they can. Now the dude came to the musicians. Let's see what he has to say. Yeah.
Брат, как дела? Нормально. Нормально? Музыку вайфу. Ну, давай. А? Музыку записываю. А? Парней записываю, музыку. Они тренируют. Да, да. Хороший блюз. Блюз это, знаешь, у Розенбаума тоже блюз есть. А у ДДТ, у Чучука, блядь, там такая хуйня, есть блюз. Да я его послушал, да, потому что я охуел. Слушай, ты можешь учить 20 лет? Да нет. Хотел пивасик. А можешь пивасик? Я могу с этим работать. Ну, нормально, бабки, да. Я помогаю им, бабки отправляю. Ну, что мне такое? Заебался, да, бля. Постоянно страх, постоянно, бля. Да я высоты не боюсь, бля. Я почти без высоты не могу. Прошло время, да? Прошло время, на высоте не работал. А меня тянет на высоту. Это болезнь. Наверное, болезнь. Да. Не, ну каждый. Без высоты не могу я. Есть такое? Бля, я хуй говорят, есть, нету, бля. Кто-то там боится, хуй. А я могу по трубе подняться. Как самая высокая, точка? Самая высокая? Этаж. Лазер-центр. Да? А, сколько там? Лада центра 469 метров. Ага. Высокая в Европе. Да. Пятерку входит. Нет, первый, номер один. Нет, она номер один не жилых зданий. А, да, да. А жилые здания это входит пятерку. А, да. Пятерку зданий Европы и вообще всего входит. Вот такая хуйня, брат. Ну сейчас что, работы нету сейчас или что? Да есть, я на выходной отдыхаю. Я приехал сейчас. С Выборга, в Зеленогорск ездил там, блядь, хуяча. Ой, да, над каким работаете? Да я сейчас тебе скажу, в Питере. Скажу, улица, дом 22. Метро Чкаловска на... We talked to a... He's not a bum actually, he's working. He's working. He asked for money, but I will give these guys money. Since we give 100 rubles, that's okay amount. Good content. А? Ну, любопытство, что это у вас за такой? Это DJI. DJI. Сюда просто, можно. Ну, так, телефон подключается, экран будет больше. Я просто так по мелочи увлекаюсь, там фото, видео, у меня GoPro-шка дома валяется. А, ну это хорошо. То же самое, как GoPro, но это вот сейчас. Видишь, за мной следит. Ага. GoPro стоит порядочно, особенно последние модели. Да, но тут тоже есть новее, это первое есть. Это DJI Pocket. Да. GoPro-шки Hero 9 сейчас, по-моему, стоили в районе 40. Как, да. Того стабилизатора, который вот я у GoPro-шки использовал, там вместо этого, короче, отдельный маленький джойстик. А, очень неудобная штука. Крутишь буквально, вот, управляешь камерой в любом направлении. Да, да. Прикольная тема. Вот, спасибо вам, классная. Группа есть у вас какая-то? Группа? Да нет, просто развлекаемся. Да? Люди к вам тут присаживаются и все. А можете мне вот, ну, наш моментик небольшой записать? Кинуть? Да, мне переслать сможете? Ну, можно, да. Это будет в Ютубе тоже, я снимаю Питер. О, в Ютубе? Да. Давайте я тогда... Я это Питер снимаю, Игорь in Russia называется. Сейчас найдем. Я другу горную иду. На секунду вы посадите, да? Пожалуйста. Да, передайте. Куда? Да просто положите. Да. Спасибо. Большое спасибо. Можете записать? От студии очень далеко. Если у моего товарища есть хотя бы адекватный колонка. Аппарат, то я тут вообще колхозом занялся. А у тебя тоже туда подключен?
Нет, ты... Нет, меня вот сюда подпишут. А, понял, это да. Это вообще как бы очень колхозная система, я ее открыл для себя. Вот Будем. Дима ваша стоит. Саня, можешь 20 рублей от музыканта? Нет, я не музыкант. Я слушатель. Верующий 20 рублей. От души. Блин, я в Питере гуляю именно 3 дня, а уже получилось. Дня, а в Питере надо пить. Сбашьте что-нибудь. Сможете? Свою группу крови хотя бы на рукаве, но скромно, но сердито. Мой товарищ ушел, тут как бы ничего не было. Все непонятно, да? Понял. Прошу извинения, ребят. Хорошего дня. Ничего, все хорошо. Все хорошо. Вы не из Питера? Я нет. Ну, как? Я курсант. Ага. То есть это я что? Это, условно говоря, военное высшее учебное заведение. А, ну да. И тут служишь? Да, учусь в военно-медицинской академии. Ага. Я как бы здесь особо не погулять не могу, не имею возможности. Угу. А тут отпуск дали. Ага. Просто... Три дня гуляю. Я сам тоже, я сам из Хельсинки. А приезжаю, возможно, часто сюда, чтобы я тут чувствую дома. Не кажется, что просто вам неловко, как сказать, ни в коем случае, ни в коем случае. Что тут, просто тут именно место, тут у вас пиво надолго не останется, если... Да, я вас уверяю, пиво это вообще... Как бы я купил пиво лично сам за эти дня, за эти два дня сколько? Ну, пинту одну. Одну пинту. А... Выпил в общей сложности, и это выпил только, не, даже не получил, выпил. Угу. Литр 3-4. Ага. Но... У меня Epiphone дома. О, Epiphone какая-то, да. Epiphone ну, хорошо. Для копии Les Paul, да. Это же не Les Paul, знаете, да? Тоже Les Paul есть, кортовский. Это как? Ну, фирма Корт. Да. Les Paulчик кортовский у меня, но он прям обожаю совсем... Обожаю Les Paul, мам. Форму. Да, это и легендарная звук, форма. Есть да. В гитарном мире две легендарные формы. Это Стратокастер или Спол. Да. Две легенды. Нет, есть, ну есть еще, ну есть, конечно, как этот... Это самый известный, самый распространенный. Ну да, ну как тот топор, который такой еще, блин, имя не могу сказать. СГ? СГ. Да, СГ. Но мне не нравится. Кому как. Я... Люблю гитары нестандартных форм. Может, знаете гитары фирмы Бесерич? Нет. Мексиканская. Про гитару обсуждаем. Можно сыграть немножко? Без проблем. Например. Здесь это... Все началось, конечно, с этой ACDC. Интересная гитара. Легкая. Дэн Электро, да. И всех придал на Джимми Пейдж. Да, Кашмир. Он на ней играет. Он перестроивается. Самый беспонтовый, как бы, ну, если говорить, не беспонтовый человек, он Моцарт рифы, как бы, ну, все знают эти рифы, но нельзя сказать, чтобы он, типа... Еще новый, но классный. Не то, чтобы он шредил на гитаре, когда у него нет скорости, но и человек... И мой Малмстрин. Вот, но вот этот расслабон, мне кажется, самое же главное, но мне нравится рок-н-ролл. Я
тоже. Смотри, раз рок-н-ролль, это расслабон, вот это вот, и так далее, это даже... Я уважаю всех гитаристов, как бы. В стиле вы играли тут, поэтому я пришел сразу, да. Джаминг, ну там блюз, рок и я кайфую. Папа коллекционер музыки, коллекционер, как сказать? Коллекционер. Музыки, вот, я вырос, да. Пластинок, то есть, получается, да? Там пластинки, да, и оригиналы редкие, то есть, сам я Битлз фан и все так. Классический рокер, это же чисто блюз, вот. Это вот эта тема, типа, знаешь, вот здесь... В этом есть какая-то магия, вот в этих вот штуках, типа, я... Devil's Music. Она меня купила, все, музыка я... Музыка дьявола, вот. Возможно. В этих трех аккордах и вот этих штуках, блин, я все, меня купила, я еще не могу другую. Есть Gibson, который выпустили два... Ну, когда ты его купил, типа, год назад, а есть там, скажем, Gibson 60-х годов. Та же самая модель, но ей там 60 лет, другое дерево. Это тоже как бы, это новая гитара. Слушай, я немного поиграю? Да, 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 или вообще. Я два месяца в руках не держал нормально. Конечно, конечно, слушай. У меня же свой. Мини-ветровка моя, мне привычка. Я думаю, это не в этом типа. О! Как зовут вас? Меня Глеб зовут. Игорь. Это... Как его зовут? Слушай, а вы только что? Я даже... Джамминг? Да, мы просто джамминг, короче. Мы джамминг с первой секунды, как мы познакомились. Пропустить маленькую секундочку, то, знаешь, в металле я считаю, здесь чувство ритма, оно все решает. То есть, ну, ты на скорости все будет. Да-да-да. Еще риф классный. Нет. Если нет, то ничего не тянет. Там классный риф, и это вообще не сравнивается. Это вообще ничего не имеет общего с блюзом, я имею в виду. Вот что я хочу сказать. С чем это очень интересно в плане музыки. Грув как раз. Грув это да, 70-е. Вот. Да. Вот как раз вот это мизидат. Типа вот. Вот такой риф, такой риф, ну, который повторяется, понимаешь, да, да. Это и есть 70-е, как раз о которых ты говоришь, я считаю. Но Том Морелло соло как-то вот экспериментирует. Вот это вот. Это сейчас... А, это Металлика. Да, я не шарю. Это их самый, считается, самоотстойный альбом. Saint Anger. Там это ни тот... одного соляка нету. Да. И барабан. Как там? Они выбрали да. барабан такой. Да, малый барабан там звучит как говно, по мнению всех. Да. Блин. It's on the rain. It's strange. It's on the rain. It's on the rain. А дальше я не знаю. Всего хорошего, молодцы. Спасибо, вам тоже спасибо. Игорь Раш там будет потом когда-то, я не знаю когда, смонтирую. Напишите там. Что-то... А это у тебя есть, да? Да. Есть, есть. У меня просто телефона нет, я бы хотел тоже посмотреть как-нибудь. Все, все хорош. Спасибо, тебе тоже. It's all right. I have new friends here in St. Petersburg. I guess I just continue walking in now St. Petersburg and see you guys again. Check it out. Thank you.